Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть в Undead Horde. Все, я зачистил локацию, это было несложно. Так, ребят, идите сюда все. Толпа у меня набралась, идем дальше, вниз. Как я и говорил, идем в южную пустыню. Так, мы там все собрали. Квестик! Так, приятно видеть тебя здесь, в Святой Земле. Орсон. А живые тысячелетиями сражались за эту кучку песка. Уничтожить живых и конфликт будет разрешен раз и навсегда. Окей, друг. Тут много надгробий, так что если мы пробздим армию, то мы спокойно ее наберем. Давай. Что мы там нашли, кстати, еще? Топорик. 541 за удар. Нет, этот я оставлю. Короче, он восстанавливает мне ману. По 20 лет маны за просто обычный удар. Ну, это ядовитый, да? Это нам не понадобится. 370 не понадобится. Да и призыв уже не надо. И, кстати, ладно, погнали. Кстати, погнали. Так, что у нас тут? Тут нас никого нету вообще, что странно. Ой. Ну, ударяя по каждому, мы восстанавливаем себе ману. Да, кстати, я же маны апнул. У нас, кстати, ребята появились. У нас появились новые ребята, кстати говоря. Well. Пойдем, Хилуи, вперед. У нас теперь копеечки появились. За мной. Я курочку воскресил. Ничего нету. Так, ладно, отхиливай давай последних. Ща, мы просто немного вот так вот сделаем. Давай. Все, прекрасно. Так, воскрешать мне никого не надо. За мной. Так, давай вниз. А, вон еще толпа идет. Сейчас я. Я знаю, что маны нет. Сейчас я. Наши очень мощные, поэтому я вообще не переживаю за то, как они всех выносят. Идите все сюда. Может, сейчас можем лошадку еще одну воскресить. Да, смотрите, можем поднять еще лошадку. Well. Так, давайте, наверное, на нижнее поселение нападем сначала. Не знаю, почему-то хочется именно на нижнее напасть. Курочка, иди сюда. Отряд курят. Так, тут целая база прям. А, мы, наверное, не зайдем, да? Серьезно? Рили? Так, здрасте. А где эти? Так, тут тупичок, да? Но я не могу... О, там какой-то сэр, герцог, шмерцог, бла-бла-бла, все дела. Сейчас мы наберем себе спокойно всего. О, мы тут уже воскрешать можем. Прекрасно. Сейчас я немножечко побью еще, ребят. Как это сильно... Как это сильно просто. Не, ну реально сильно. О, это какой-то засовчик. Давай. Блин, какие они топовые. Они просто влетают и выкашивают всех. Так, что у нас там мы нашли? Так, сыновья мертвецов. Восстанавливает на 120 секунд. Враги будут получать 220 урона от огня в течение. А, не, шипы 467 нет. Курицу нет, это нет. Бег нет. Топорик мы пока оставим на всякий. Ну, вдруг чё. Так, мы тут, я так понимаю, ворота открыли. О. Сейчас, я ударю пару человек еще. Не умирай. Отходим. О, это эти конченые. Я знаю. Давай тебя выкосим быстро. Прекрасно. Ну а вы вообще бесполезны. Скажи, что мы тебя подняли. Блин, мы его не подняли. Облом. Я думал, что мы его тоже поднимем. Но он, к сожалению, нет. К сожалению, его мы не подняли. Но курицу я воскрешать не хочу. Потому что, ну это курица, что мне с нее взять? Все...
Блин, обидненько. Давайте тогда хотя бы пару хилов воскресим. Да, обидненько, обидненько. Я не понимаю, к чему вот эти вот штуки. Так, это мне точно не надо. Время призыва нет. Восстановление маны в 33% быстрее нет. 60. 60 оставим. Нет. Это что такое? Враги сами себе наносят 360 ед урона в течение 15 секунд. Если отчаявшееся животное умирает, он возвращается как нежить, но ненадолго. Запасы маны плюс 11. Сейчас проверим посох. Нет. Вероятность... Нет. Коса нет. Скорость атаки 51. А нет, спасибо. Это мы пока оставим. Ну-ка, покажи-ка. А, то есть это в конкретном радиусе. Ё-моё, слушайте, ну так это прикольно. Только у меня вот ХП нету. Вот в чем проблема. И один тупизм, и я слягу. Как вам отравление скорпионом? Скорпионами. Все, я складываюсь, походу. Сейчас меня, походу, сложит. Нет? Не сложило? Чудо какое-то. Так, может быть, у них можно регаться, регениться как-то. Но у меня просто 37 хп. Не, походу нельзя. Так, получается, у нас осталось вот тут немножко погулять. Погулял, блин. Так, они сами себе урон наносили. Так, погоди, у нас же там кто-то новенький появился, да? Ну нет, вас я видел. Тут новых не появился никто. А, у нас, подождите, у нас коняшки появились, да? Коняшки. Коняшки. Все, погнали. А, я же еще себе там это, ну, прокачавшись, пару шмоточек хороших взял. В чем минус? Нам заново сейчас придется всех выкашивать. Абсолютно всех. Да? Или нет? Да, всех заново. Они призвались в виде войск. А они не помогают мне? Да, они мне не помогают. Я знаю. То есть они просто потом умирают, да? Ну это как неплохой такой бафчик. Сейчас я по-живому немного полуплю. Он у меня сдохнет быстро. Хватит по мне лупить. Давай. О, меня опять на комарина бездешь. Давай выносить что. Короче, пошли отсюда. Я понял только что, что посох фуфло. Он не оставляет скелетов после себя. И из-за этого он идет нахрен. Угу. Сейчас мы подождем. У нас вот все, что у нас осталось, это вот это. Хотя бы еще какую-то армию воскресить. Ёпта, это блин. Это хреново. Это очень хреново, поверьте. Блин, это в дабл хреново. Ну ладно, давай. А, у меня на один бзёж. Давай пару скорпионов воскресим. Чё, в смысле? Меня ж никто не ударил. Как я умер? А-а-а. Бесить, бесить, всё бесить.
Ладно, хрен бы с ним. Все, погнали такой толпой. А, реально бесит все. Да подожди, держи, спасибо. Что ты там мне хочешь дать? Ну то, что он мне оружие дает, лучше бы он мне ХП давал. 483. Урон мертвецов, орков, рукопашный, шанс крит удар плюс 8. А, нафиг. Все, не хочу ничего. Бесит все. Все бесит просто. Так. Давай, мы добьем сейчас этих ребят. А, у нас тут скелет есть. Я забыл совсем, мой косяк. Я совсем забыл про скелетов там. Короче, пошли выносить этих сразу же. Никаких, ни на кого не отвлекаясь. Просто сейчас зачистим тут всех. Strike them down. Gather attack. Так, что происходит? Тысяча трупов. О, прекрасно. Сейчас мы наберем шипов. Шипы набрались. То есть здесь чисто великаны, да? Я не знаю, кого тут надо. Я выхожу из круга, мне надо кого-нибудь воскресить срочно. Воскрешать некого! Давай хотя бы скорпиону. За мной, ребят. Пойдемте посмотрим, что там за армию можно воскресить вот тут. Ну мы даже здание одно не снесли. Ну жопа, просто жопа. Так, о, подожди, мы с тобой что-то поговорить можем. А, так, приятно видеть тебя здесь, в Святой Земле, Орсон. А, это я уже читал. Ни хрена себе. Слушай, а прикольно? Ну, как минимум. Это уже лучше, чем ни хрена. Но у нас еще способности перезарядились. Умирают они очень быстро. Кстати говоря. За мной, ребят. За мной, за мной, за мной. Сейчас мы вынесем этих гадов. В смысле, здание отрегенилось. Давай, 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 давай. У меня мана пока регенится. Надо хотя бы пару зданий снести. 2, 4, 5, 6 зданий, кару. Давай маны им хотя бы. Ой, хп, точнее, брони накинем. Маны, хп, брони, все перебрал. У меня армии уже не осталось. Но я сейчас успею снести хотя бы одно здание. Все, прекрасно. А как вам вот такое? Ага. А вот так вам как? Rise and obey. За мной. За мной, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Пока подождем. Мы, ребята, умные, мы сейчас что-нибудь придумаем. Не, мы что-нибудь придумаем! Черт, 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 черт. Strike them down, follow me. My mana is low. Join the horde. Давай, давай, давай. Брони вам. Ага. Вперед. Так, я сейчас воскрешу парня. Arise, my dead. Ах ты собака. Ты понимаешь, что я могу тебя крошить, как нефиг делать? Так, давай, еще одного воскрешаем. У меня с Гулькин хрен хп, вообще-то. Поэтому мы сейчас резко врываемся, выпиваем, чтобы не сдохнуть. Мана,
Я знаю, как можно. Сейчас, я вынесу еще вот это здание. Блин, слушайте, ну это сложновато. Соглашусь, очень сложно. С учетом того, что тут одни эти, это очень сложновато. Сейчас, мы сейчас щитов им накинем, они вообще топовые будут. Так, прекрасно. Давай забираем еще одного. За каждого убитого мы восстанавливаем себе еще одного. Ай-яй-яй, в смысле? Определись, в какую сторону ты атакуешь. Так, воскрешаем еще одного. И просто выносим это здание к чертям. Идите сюда, ко мне все. А теперь атакуйте. Потому что они отсюда хотя бы нас не видят вообще. Блин, еще три здания, и у меня хилка только в другом краю. И мне заново надо будет зачистить всю карту. Но это я уже карты защищать буду чуть попозже. Сейчас нам надо маны поднабрать. Просто хреново отсюда вылазит. Идите сюда. Рано нападаете еще. Рано. Пойдем. Я знаю, что маны нет, я поэтому и бью их очень часто. Благо, мои валуны, точнее, их валуны меня не подсуют. Все, выносим. Давай еще одного. Скорпиончик, давай, яда, яда, больше яда. Блин, осталось два здания, я думаю. Сейчас мы вот это вынесем просто и все. Вот хилов. Хилов тут реально не хватает. Я двоих могу воскресить, серьезно? Да, нож, конечно, имба. Нож, конечно, имба. Ничего не скажешь. Сейчас я ему понакидываю. Ой, это кто? Не знаю, кто это, но давайте сносить здание, потому что сейчас они еще придут больше толпой. Плевать, накидывайте в них. Хотя бы в них. Я сейчас со зданием разберусь. Тут просто этих много еще. Они хотя бы сейчас убьют. О, мы типа дабл сделали. Прекрасно. Давай, щиты им накинем хотя бы. О, они убили одного. Прекрасно. Давай. Ай-яй, валун. Я знаю, что у тебя маны мало. Подожди еще, сейчас мы добьем. Осталось три великана всего у нас. Поэтому мы воскресим сейчас еще троих и устроим им ад на земле. Вперед. Откуда призвались? А. Ать, успел свалить. Так, если по мне еще раз попадут, это будет фиаско. Так. Ай-яй-яй, все, я отъезжаю. Так, надо воскресить еще одного, пока время есть. Все, мы завалили его. Прекрасно.
Давайте, крошите его, мы там... Что-то мы какого-то снаряжения там поднабрали. А, сердце гиганта, сердце вкусное... Сердца вкусные, особенно гигантов. Чё? В смысле? Затраты маны минус 204? А... Ну-ка. My mana is low. А, нет, это не интересно. Это интересно, но это не интересно. Именно это. Так. Это мы оставляем, это мы продаем. Урон мертвецов. Здоровье мертвецов. Скорость атаки мертвецов. Получение монет. Урон мертвецов, орков. Вот это вот, конечно, берем. Это не берем. А, запасы маны не надо. Секирка. 33. 52. Молния. А, шанс крит удара. Спасибо. А, заряжает оружие ближнего боя. Сердце оставим пока что. У нас только что увеличилась атака и все остальное. А у них тут нету, да, хилочек? Окей. Давай, я пока яда вам накину. Ну и всего остального. Слушайте, у нас мана восстанавливается. Как только закастить его, давайте ко мне, ребят, присоединяйтесь. Во, давай, закидывай. Волны так прилипают красиво, так медленно сползают. Фух. You shall serve me well. Так, все, за мной. Нам уже тут воскрешать. Вот, Андре. Это, короче, отсылка к чему-то. Был какой-то гигант по имени Андре. Это отсылка к чему-то. Так, мы тут всех выкосили. Так, стоп, здесь остался сундук. Ну, сундук мы сейчас и найдем. Потому что с гигантами мы закончили уже. Так, может он вот здесь заныкан? Ну, бывает такое, что они в край карты его залепят. И ты, блин, бегай его ищи. Да кровище тут, конечно... Мама, не горюй. Так, нету... Но мы вроде везде же были, да? В крепости мы были. Тут мы всех убили. Slay the living. А как вам отравляться? Скорпионы, которые сами себя отравят. Жопа. Мы что-то кому-то принесли, да? Тебе, наверное? Нет, не тебе. Подожди, тебе. А, да, ты победил гиганта Андре. Отнеси сердце Хильде, она из него что-то скрафтит. Пойдем. Хильда, где ты тут? Хильда, привет. Сердце гиганта чудесно. А вот что я пропитала сердце эктоплазмы. Съешь его, когда захочешь вызвать трех неживых гигантов. Типа, чё? Хм. А-а-а! Это прям такая, знаете, бафлка неплохая. То есть мы схаваем трех гигантов, и они нам нехиленько так помогут. Так, давай еще пару хилов. Больше хилов надо просто. То есть они нам неплохо помогут. Угу. Так, ладно, с этим мы закончим позже. Нам надо вот сюда, потому что мы идем дальше к Орде. Это же локация наша? Да, можно не бояться, ни за что. Такая армия бегает веселенькая. Три сундука. Офигеть. Ой, лабиринты. Прекрасно, обожаю лабиринты. С каких пор мне хватает маны на все? Да, я вижу, что мне реально маны на все хватило. Это как минимум прекрасно. Well. Че, там и все? Типа, это весь лабиринт? За мной. За мной. Так, тут еще пара сундуков. Да, вот две толпы просто здесь еще гуляют. И все. Strength.
Сейчас я ударю еще парочку. А, все живые убиты. Серьезно? Рилли? Вы что, гоните, что ли? И что дальше? Тупо сундуки? 1, 2, 3, 4. Найди какую-нибудь, кто знает, как пройти через ворота. Найди кого-нибудь. Да я знаю его. А, так, я могу рассказать тебе, как открыть ворота, но сначала сделай для меня кое-что. Я тут гнил уже много веков, и у меня всего горло пересохло. Принеси мне похмелье. Тебе бухла надо, чтобы продолжить свое существование. Нежити не нужно пропитание, но никогда очень хотят холодную мохито. Что ты несешь? Короче, холодный коктейль. Окей, без проблем, погнали. Там до хрена что надо, просто я смотрю сейчас. Ну это имбасотка. Я просто боюсь, что сейчас кто-то появится. Ну там сюрпризы, все дела. Ну потому что чувствую, что мы же это наша локация? А, это наша локация, все, наплевать. Просто меня сейчас всю свою армию солью, потому что, ну вы сами видите, да? Тут просто это, жесть. Там лава, тут закрыто. Да, я солью сейчас всю свою армию. Ну и хрен бы с ним, могу новую создать. Благо я бабки не тратил на покупку. Так, это выход хрен знает куда. А, это типа подхил, да? А он мне не нужен. Ребят, выносите все. Я, кажется, нашел последние эти сундуки и все остальное. У нас, да, у нас же есть эти ребята волшебные. Так, погоди, а у нас сколько осталось? 3 сундука еще осталось? В смысле? Я думал, я все забрал. За мной. Ну вы хильте их по дороге-то. Это самое легкое, что тут могло быть. Там вон один затупил у нас. Ну ладно, он может телепортнется к нам? Подождем его. Беги, малыш, беги. Да, добегает. Кто это хоть был-то? Эй, как... Это хиллер наш. Не, хилов терять нельзя. Хилов терять нельзя. Это ж хил. Но я могу армию отсюда отправить и сам на кнопочки понажимать. Давайте вон туда идите. Все, не трожьте ничего. А, так, о, спасибо, вот тебе... так, труды, комбинация, нажимай плиты 2, ой, я запишу это, я не запомню. Да, это логично. Так, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Окей, братан. Так, наступи на плиты в таком порядке, дверь откроется, окей, брат. Спасибо. А, у меня типа есть он где-то? Пацаны. Нет. Идите туда, пожалуйста. Так. Что я сделал? Правильно, я затупил. Значит, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Все, изи. Ко мне, ребят. Так, 10 тысяч опыта. У нас два путя. Один туда, другой сюда. Давайте пойдем сюда. Не знаю, почему я решил пойти именно сюда, ну и плевать. И мы... Деревня варваров. Подожди. Там 3 сундука осталось? В смысле? Ёпта. Какая жесть тут творится сейчас будет со мной. Меня тут сейчас кромсать будут во все щели. Ой, тут башня перекрывает? Нет, все нормально. Attack, это хорошо, что тут так не работает все. Атакуем, атакуем. Ой, это эти вонючие копьеметатели. Вонючие копьеметатели. Follow charge. Need more mana. Ясно. Сейчас подберем маны.
Копьеметатели! Вперед! У меня хп мало, я больше за хп переживаю. Отступаем. Отступаем. Это что, вся моя армия, что ли? Серьезно? Рили? Охренеть, это все, кто остался. Жесть. Жесть, как она есть. Надо подобрать хотя бы ребят. Давай, сейчас мы просто накосим их и используем шипы! Используем гребаные шипы. Ух, ладненько. Ребятки сильные, ничего не скажешь. А копьеметатели у нас появились? 5 из 30! Ёпта, за ногу. Охренеть. Вот такой толпой, если пойдем. Давайте-ка за... Ну ладно, мы... Или может быть сначала... Посмотреть, что нам обновилось. А, шипы нет, огонь нет, куры нет. Но это одного в курицу превратить, смысл. А, пламя нет. О, 518. 518? Снаряжено 400. Это что за меч? Давай возьмем. Он у нас что то шанс крит удара. Урон мертвецов, людей в рукопашный сброс, восстановление оружия ближнего боя при ударе. Ага, ясно. Понятно, спасибо. Тогда 552 возьмем. Сердце для гигантов. Это мы на каком-нибудь босс-файте оставим. Это мы на какой-нибудь босс-файт оставим. Может герой себе взять? Как вариант. Так, что-нибудь легендарненькое появляется хотя бы? Не, вообще близко нет. Легендарками тут и не пахнет. Но они не появляются, потому что мы бабки не вкидываем в то, чтобы у нас больше этого было. Шанса на появление как раз таки легендарок. Ладно, окей, погнали. Нам вот сюда. То есть мы сейчас этого шлепываем и все. Тут две башни, там две башни. А, подожди, так там нет ни одной башни. Так пошли тут тогда. Сердце мы захаваем, но чуть позже. Так тут нет ни одной башни. Можно же тут пройти. Две башни придется выносить. Да, придется выносить две башни. А, это я один удар такой сильный наношу. Ни хрена себе. Так. You shall serve me well. Давай. Need more mana. Follow me. Хиллер один. Короче, понятно. Это будет долгий бой. Ну, я в том плане, что башню-то мы одну снесли, все приятно, прекрасно и замечательно, но это будет долгий бой. Очень, очень долгий бой. Так, гиганта возьмем, скорпиона возьмем, коня возьмем. Я думаю, такой толпой вы сможете затащить, да? Все, да с героями... А, стоп, надо подхилиться. Я думаю, с героями пойдет полегче. Потому что гиганта я выпущу, когда мы вот Улу-Мулу, Шмулу-Хлуру, вот этого пойдем косить, тогда я выпущу гиганта. А так смысла в нем никакого сейчас нет. Attack my minions. Ты должен хилить их. А, он хилит. Он хилит, но очень хреново. Так, давай, сюда идите все. Отхильтесь. Да, хилите, конечно, будет их долго. Ну, получается, мы сейчас снесем верхнюю деревню и пойдем... Блин, надо было заходить здесь. И идти прям напрямки. Но мы все равно так не сможем. Ладно, погнали. I must have more.
скорпионы, да, конечно, неплохо. Так, пока выпивать водичку не надо. Follow me. А тут что у нас такое? А, тут сундук? Че, реально? Я понял, он... Я его не смог воскресить. А чё, мне ворот с этой стороны открыть? Нет? А за каким... Что происходит? А почему мы не можем ворота с этой стороны открыть? Сундуки? Ни одного. То есть там три осталось, я даже без понятия, где они. А мы зачистили ту область? Да. Там где-то три сундука приныкано. Прям приныкано, так приныкано. Так, получается, нам следующей деревне вот эту надо выносить, да? Да. Я знаю, что у меня маны нет. Отходим. Отходим. Так, мы тут выкосили толпу. Давайте воскресим их всех. А то я смотрю, у нас героев вообще не осталось. Все, жопа, 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 жопа. Не получится. Не, не получится, отходим. Все, отходим, отходим. Да, там уже некому отходить. Короче, да, не получится так легко. Надо... То есть я реально должен героев тратить? Покупать героев пачками, чтобы просто вынести этих ушлепков? Но это тяжело будет. Это сколько денег должен всрать-то, чтобы это сделать? Так, ну давай тогда хилов пока возьмем. И пойдем чисто вот такой толпой. Ну я не знаю, может так прокатит. Стопэ. А чё, ты на бегу хилить его не можешь? Давай начнем с этой деревни. Ай-яй-яй, да сдохни ты. Андре, уходим. Андре, уходим, 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 Андре. Все нормально, мы выкосили уже два дома. Два дома выкосили, все, что нам надо было, это выкосить два дома. Больше ничего. Ну, сейчас еще пару домов так скосим, и все, и никаких проблем. Главное, чтобы Андре жил. Сейчас пойдем через лучников. Попробуем через лучников именно пройти. Ну просто я способностью могу вынести много народу, но не настолько прям много. Ну давай хильте Андре. Он просто танк, как бы, типа наш. Но как вы видите, у него хп настолько до хрена, что они даже его вылечить не могут быстро. О, блин, мы снесли очень мало. Да, чем дальше в лес, тем хреновее. А они призывают во всем. Но мы можем через низ пройти к ним в деревню и вынести их всех. 2, 3, 4, 5. Не могут пятеро его вылечить. Вы прикинь, это вот таких можно четверых призвать, и от него от них толку все равно не будет. Да, у них до хрена хп, согласен, но толк все равно слабоватый. Ладно, погнали. Нахильте уже на месте его. Варвар, статуя открыта. Давай еще варваров призовем. Так, за мной. Не, давай. Я призываю еще варваров. О, давай, варвар, варвар, варвары. Ебой.
Еще здание сейчас сожгем одно и все. Сожгли, прекрасно. Так, призываем. Е-бой. Так, давай, быстрей. Андре, живи. Мы квест выполнили. Еще давай, варвар. О, мана. Так, еще кто-то что-то призывает, но не важно. Не, я не буду призывать. Ладно, призовем курицу. Давай еще толпу призовем. Выносите вот это. Да, детка. Ну, слушайте, мы хорошо идем. Очень хорошо идем. Призываем куриц, правда. Идите сюда все. Давай еще одного заберем себе. Так, что у нас по карте сундуков? Ничего. Прекрасно. Хилы есть? Ни одного хила. Прекрасно. Дабл трамп. Давай. Блин, с одной стороны, кстати, вампириз, мне кажется, даже лучше будет, если они будут сами себя хилить. Сюда. Ко мне идите, вы куда? Во, последний дом остался, давай. Я броню вам накину, потому что, блин, я думал, мы не успеем. Так, мы там что-то нашли очень топовое. Давай курицу воскресим. 102 к силе поддержки, сопротивление яду, мана за поднятого мертвеца. Взрывает ближайшего к врагу или случайного мертвеца. Урон 866. Нихрена себе. Но это должен кто-то сдохнуть. Так, свидетельство о силе владельца. Лимит призыва удваивается, здоровье урон орды уменьшается вдвое. Так у меня то же самое, только еще плюс 10 опыта. Это мы оставим. Так, чё, получается, у нас остались башни, вот эти две. Давайте попробуем снести их, что ли. Я знаю, что маны нет. Сейчас мы одну башню снесем. 11 уровень, прекрасно. Так, здоровье, урон, мана, призыв. Сейчас призыв берем. Ко мне, ребят. Деньги мы получили, мы молодцы. Так. Там толпы не было. Тут один остался. Ну, ради одного я не собираюсь столько всего делать. Так, где-то тут еще должна была быть толпа. Да это что, все, что ли? Мы же хреновую тучу народу закосили. Где тех, кого воскрешать будем мы? У меня просто... Во, толпа. Ну, другое дело. Все, теперь пойдем. Андре, ты готов? Главное, чтобы по мне не шмальнули. Готово. Так, итого у нас неплохая армия. Получается, у нас остается здание. Давай еще, может, найдем кого-нибудь воскресить. А, вот еще толпенька валяется. Просто мы уже всех воскресили. Я хочу просто зачистить эту локацию, пока я еще живой. Потому что там есть хилка. А, подожди, тут сверху хилка есть. Вообще прекрасно. Плевать на ману, главное хилка. 214 сейчас наберется, и мы этой способностью просто выкосим всех. Пацаны, давай. Готовы? Destroy them. Давайте, ребят, я вас верю. Я сейчас вынесу вот эту хрень и присоединюсь к вам. Тихо. Воскрешаем. Arise,
Так, вперед, 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 на здание. В атаку, в атаку. Давай, 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 давай. Нате. Курочу. Курочу, курочу, курочу. Воскресил я курочу. Деревня зачищена. Ну что ж, мы зачистили деревню. А это означает, что... Подожди, это... А я знаю, от какой двери этот рычаг. Я прекрасно это знаю. Это, короче, рычаг от вон той двери сверху, где элементаль сидит. Пойдемте его, что ли, закасим? Мне кажется, его тут не будет. Он тут будет, да? Нет, в смысле? А я думал, он тут будет. Или это случайный перс был? А, в общем, давайте на этом пока что заканчивать. Мы закосили еще целую эту. У нас получается сюда надо тэпнуться отдать, чтобы прошли дальше. Но я хочу еще тэпнуться вот сюда. Там найти три сундука. И тэпнуться вот сюда, найти сундук и закосить оставшееся войско. Потому что надо. Ну а на этом мы пока что закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.